Олег Шишов предупредил о мече об угрозе обрушения юбилейного моста. О том, что конструкция может быть опасной, мечи начали говорить в соцсетях накануне. А сегодня на своей страничке в социальной сети Facebook бывший директор НПО «Мостовик» опубликовал большой пост. Олег Шишов считает, что в конструкции 80-метрового моста через Омь произошли, цитирую, несколько опасных и необратимых разрушений. Во-первых, коррозия высокопрочной арматуры и разрушения, вызываемые большими общими деформациями устоев противовесов. Конец цитаты. Олег Шишов ссылается на результаты давнего исследования специалистов СИБАДИ и сообщает, что говорил о потенциальной угрозе обрушения моста Вячеславу Двораковскому, когда тот еще был главным инженером НПО «Мостовик». И вот что по этому поводу нам сказали в мэрии. Было проведено обследование моста. Мост признан ремонтопригодный. В настоящее время там ограничение грузоподъемности до 30 тонн, ограничение скорости. И которые там есть дефекты, они позволяют эксплуатировать мостовое сооружение как для движения пешеходов и автотранспорта. Департамент строительства поручено, значит, уже подготовлено проектное задание для подготовки проектно-сметной документации. Работа проводится в смысле того, чтобы его восстановить. Находится под постоянным контролем наших специалистов. Все это фиксируется и наблюдается в ежедневном режиме. Повода и опасности ее разрушения на данный момент пока нет.